На Ямале стартовал прием заявок на участие в учебно-тренировочных сборах «Дух Заполярья». Поучаствовать в проекте приглашаются представители всероссийских и международных молодежных общественных организаций, неформальных сообществ и молодых людей, занимающих активную социальную позицию в возрасте от 18 лет. Специальная физическая подготовка не требуется, однако людям с заболеваниями, которые ограничивают физические нагрузки, участие не рекомендуется. Подать заявку на участие можно до 1 июля включительно на сайте «Молодежь России». Первая смена пройдет с 3 по 7 августа. В рамках этой смены участники будут разрабатывать свои проекты, которые после у них будет возможность реализовать на территории региона при поддержке Арктического центра добровольчества и при продолжении кураторства наших экспертов. Вторая смена пройдет в срок с 10 по 14 августа, и те участники, которые наиболее ярко себя проявили в рамках Духа Заполярья, будут приглашены для участия уже в составе регионального волонтерского корпуса в организации крупных мероприятий регионального уровня.